Так что непонятно у нас происходит. Это наши старые знакомые из убойного хоккея. Да, типа Рик. Понятно, что-то на китайском у нас пишет. Какую-то он нашел записочку в своем шкафчике. И что? Ну, в описании к игре это какой-то файтинг. Поэтому, я так понял, его вызывают на поединок. Либо что-то случилось, и он сейчас пойдет выяснять отношения. Так, надо срочно учить иероглифы. Так, у нас держал в руках листок. Карифан, короче, его тоже прочитал. И убежал. Что не читает, а убегает. Ну что, где игра? Вау. Короче, какой-то файтинг. Что, давай, мы готовы. Так, можно вдвоем, можно одному. Не знаю. Неважно, как нас будет звать. Главное, end. Что-то понаклацывал. Я вот это. Короче, это файтинг 2 на 2. Давай. О боже, ну вообще там давай вдвоем, братуха, давай. Так. Супер удара у него никакого нет. А можно своего, короче, отколбасить. Что это такое? Что это было? Хорошо, он мне да, поддал. А, одного, короче, мы вырубили, один еще остался. Так, а ты помогать мне там не собираешься, друг? Ну что, ему еще чуть осталось. Давай добьем его. Харе прыгать, ты чё? Это прикольно своих мочить. Я думаю, вдвоем, да, зарубиться в эту игру вообще будет бомбочка. Ой, он и меня вырубил. Нормально, мы типа уделали, короче, ребят этих. Давайте, что дальше?
Ну, ладно, в общем, вот такая вот у нас игрушечка. Советую всем скачать и порубиться вдвоем с напарником. Думаю, будет весело. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.